Рассмотрим типичную архитектуру системы управления базами данных. Ключевым компонентом является ядро. В его функции входит оперирование процессами, взаимодействие с памятью, сетью и файловой системой. Следующим важным компонентом является диспетчер данных. Его основными задачами является обеспечение механизма транзакций, взаимодействие с кэшем, а также проверка доступа к данным. Наиболее важным компонентом взаимодействия с базой данных является диспетчер запросов. В него входит парсер, проверяющий валидность запросов, различные процедуры оптимизации запросов и непосредственно исполнитель запросов. Также во многих СУБД есть набор инструментов для различных служебных операций. Например, резервное копирование, восстановление из резервной копии, а также мониторинг функций других компонентов.